Запись. А дождь мир. Все, что я знаю, что ты играешь за средний кота, и у тебя, возможно, есть копье. Что она гигантская. И в определенных кругах очень популярна. История. Расскажите мне историю. Выживший. Ловкое всеядное существо, хищник и добыча. Тебе предстоит оказаться в суровых землях и найти свой путь, полагаясь в первую очередь на осторожность и смекалку. Это DLC-шки, я так понимаю, да, сейчас будет. Хищник, охотник, монах. Вот это DLC-шки, да. Выживший. Да, слепое прохождение, мне будет интересней самому, как бы, думать над игрой, как в нее играть. Картинка. И культ. Спасибо, Сотин, мы здесь это, смотрим. Сватин, нижнее подчеркивание, CC подарил Сабди до Абвиел. Спасибо большое. Вкусняшка. Вы говорите, тихо было. Он упал. О, нет. Ну, упал, вставай. Загрузка. Упал. Действие упал. Что-то она мне еще напоминает по виду. Так. Пауза. Удержите один карт. Немгновенная карта. Ты вы серьезно? В метроидвании, да? Квадрат. Съесть, взять. Круг бросить. Крест прыгнуть. Прыгаю я так себе, конечно. Я от стенок могу отталкиваться. Прекрасно. Я могу ползать. Ты испытываешь голод. Испытываешь голод, найди еду. Так, а по стенкам я не могу, как в Ninja Gaiden забираться. Это больше как этот. А вот еда. Не метроидвания, а этот рогалик. Я, честно говоря, не читал. Слепое прохождение. Так, мне подсказывает, где можно пролезть этими штуками. Так, а тут у нас что, простите? Отсюда. А, о-о. Понял. Полез. У меня три пути было. Прыгай, хватай их, вкуснотища. А, вот это хватать. Взял. Съел. К прыжкам надо привыкнуть, они странные. Больше на Little Nightmares похоже. Нет, это было больше под 3D. Даже не знаю, на что еще похож. Так, эту я не достану. Ну, ё-моё. Бьет еду и об лицо. Так, сюда я могу прыгнуть. Сюда. Так, стекай. Стекай. Можно. Тут и автоматически. Продвигаюсь по таким. Понятно.
Так, а что мне там показывало? Что-то мне он показывал. Туда иди, типа, да? И бабочка. Мотыль. Ну ладно, туда так туда. Туда, значит, не сюда. Ну, вон он. Говорит, тут куда идешь? Секреты ищешь, да? Яйца пасхальные. Хватай, ешь их. Два взял. Для спячки достаточно 4. Лишь еды больше 4 сохраняется, а потом. Попався. Я дальше с ними не прыгаю. А, они перестают махать крыльями. Я думаю, взять в руки и пойти туда, чтобы перепрыгивать через это, через платформу, где я не мог. Ну ладно. Наелся. Ты не хочешь есть. Ну, я могу с этим поспорить. Так, что мне обратно говорят? Для спячки хватает. Что, прям тут и спим? Наелся и спит. Или мне сейчас обратно туда прыгать? Так, куда ты мне показываешь? Он на меня указывает просто. Так, оп. Куда показываешь? Сюда. Да? Или нет? Туда показывает. Но види меня. Звук тихий. В меню главное было громко максимально. Так, это у нас пауза. Продолжить. А где у меня меню? А где меню, простите? Мне выходить только, да? Пока так. Понимаешь, здесь не то чтобы тихо, здесь звуков сейчас нет никаких. Перепрыгну яму. Учи. Так. Ага. Нет. Не совсем с угла. Подожди. Вниз. Так. Нажми вниз, чтобы прыгнуться. Прыгнулся. Прыгните, удерживая прыгнуть, не нажимая больше ничего. И удерживая прыгнуть. А? Не, у меня контроллер. То есть я жму вниз. Потом удерживаю прыжок. Он делает маленький прыжок, и все. Так, я зажал прыжок. Мне нужно нажать вниз, отжать вниз, а потом удерживать прыжок. И провалиться. Не, я понимаю, просто игра не совсем так говорит. Мне нужно вниз. А, ну вот я перегнулся. Вот сейчас заряжается. И что дальше? Перегнулся. А, все, я могу сейчас отпустить. Зажимаю прыжок. Отжимаю в сторону. Вот что происходит. Ямерс. Угу. Так. В сторону, потом отжимай. Я падаю тогда. В сторону отжал, ничего не произошло. Только практика. Но если это базовое движение, то я что-то фиг узнаю. Просто прыжок отжать, не двигаясь. Отжимаю. А почему я раньше отжимал, и он ничего не делал? Игра жур. Игра не договорит. Какой конец.
Вот сейчас... Ага. Скоро пойдет дождь, найди убежище. О, нет, только не дождь. Беги. Говорят, там сейф. Опа. Здесь безопасно. Останьте, чтобы спасть в спячку. Нифига, у меня бы, чтобы дома такие двери были. Я бы тоже в спячке был. Упал. Проснись! Господи, ино страшные звуки издает. Это типа день два? Или level up? Продолжится. Мимер. Пустите! На работу пора. Показать флопас? Флопас спадает в спячку, чат. Наверняка есть мод, который заменяет червя на что-нибудь другое. Отправляйся исследовать. Ищи еду и убежище. Остерегайся хищников. Я главный хищник. Предмет можно брать, переносить и бросать. Предметы. А, это был... Вот эта палка, это был предмет. Окей. Угу. А, понял. Можно палками кидаться. Ух, классно как. Палка кидается прямо, никуда я смотрю. Подобрать на это. Вверх кинуть не могу. Прыжке. Прыжке могу. А, мне говорят туда? Нет. Я так не думаю. Сейчас будем возвращаться, похоже. Угу. А ты что, тебе телефон в руке? Для баланса. Зумер, слаг. Это кирпич. На кассету еще похоже. Алло. Алло, где еда? Доставка. Я вам позвонил еще 2 часа назад. Где моя пицца? Я устал жрать жуков. А, я не допрыгиваю. А, подожди, большой прыжок сделай точно. А? Че это зеленое было, простите? Ну так вот... А! Как с ним сложно. Типа, прыжки ты делаешь где? У края, да? Но когда ты у края нажимаешь вниз, он иногда просто сползает. И не совсем у края надо. Это вот очень неудобно, хочу сказать. Оп. Так, я не могу туда. Могу сюда. А, жратва. Я вас видел. Кирпичом у них дать. А? Не, верни, как есть. Удерживать, точно. Меня немного это сбивает, что изначально тебе показывались вот эти вот кружки вокруг, да? Когда действие идет. Сейчас нет. После обучения. Так, ща она балансирует тут. Опа! Вот это я, наверное, не достану. Можно было вверх кидать? Камни и прочее. Так, ну я могу опять в спячку упасть, да? Что со мной? А... Этот бит мне что-то напоминает. Bad Apple, точно. Игра кончена. Где я вообще умер? Где я? Понимаете? Я думаю, я сверху вылезу. Потому что я туда даже не смотрел. Ладно. Я, получается, начинаю с момента, когда... следующему циклу. А? Меня откатывает. Я заслушал, меня музыка буквально убила. Так, подожди. Меня сейчас буквально в начало откатило. Нет?
Нет, не в начало. Я здесь. Что-то первое это не запомнил, как лес. Так, нельзя, нельзя, нельзя. Понятно. Сюда полезли. Можно еще вверх подняться. Прям забаррикадирован, да? А вниз? Урон падения. Я же слизнекот. Какой урон падения, да? Мне показалось, это был пистолет. Я забыл. Можно взять, поднять? Ну все, у меня пистолет. С глока сейчас их. Давай, покажи его. О, пистоли есть. Гангста-кот. Окей. Вверх нажимать нужно, чтобы цепляться. Чёртова муха послала своего брата комара, видимо. Вчерашняя муха. Так она отменяет насекомые. Поэтому я люблю зиму больше. Никаких насекомых. Прыжочек. Ну и оттуда сейчас лезть ебак. Я пошел. Главное пожрать сделал. А что дальше, простите? Жри. Мне туда нужно. А как здесь шипы? Так, она типа ушла. Мы же не верим. Вон, наверху вылезла. Так я не допрыгнул. Хотя... Нет, я не допрыгнул. Если, конечно, я на платформе не могу заряженный прыжок сделать. На платформе, на палке это имею в виду. Цепляем сюда. Залазим. Блять, ты что ж ты? Что ж такое? Залазим наверх. Нажимаем... Понял, нельзя. Поползли. Значит, дальше. Это не то, что я хотел. Стой. А, все, я не голодный, я их не могу ловить. Ну ладно, полезли. Так, много зеленой травы. Значит, здесь зеленые гады будут. Раз цветочек. Я могу его взять. Хе-хе. Зачем? Все, мой цветочек. Фиолетовое что-то. Что, простите, фиолетовое делает? Почему бы это? Мне просто сейчас нужно найти, где в спячку впасть, я так понимаю. Карт. Нет, не карт. Вот карта. О мой бог, какая она интересная, скажем так. Это показывает, где я умер. Синяя, не знаю, что показывает. Врагов, может быть, этих. Нет, возьми цветочек. Не, не туда. Наверх давай. Наверх нельзя. А можно только, получается. О! Мне это подсказывает, куда идти. Сюда.
Да? Нет? Где ты, подсказчик? Кожа не сюда. Ну ладно. Куда я залез? Сюда, прости. Да как ты? Лезь давай, толстый. Что тебе мешает залезть сюда именно? Вот сюда вот. Здорово, Саныч. Что игра себе представляет? Исследование. Так, куда теперь? Так, при каких... у нас появляется, когда я... На месте стою. Так, он показывает туда. Ладно. Поверим. Понял. Зачем я туда ходил? Не знаю. Так, куда сейчас? Ты на месте, он не появляется. Я обратно. Так, он сейчас так-то вылезет, да? Туда все-таки. А, это враг. Окей. Сейчас он вообще не показывает. Значит, все-таки в тот... Зеленый от этого отличается, черт его знает. Так, мне его забайтить нужно так-то. Давай, байтись. Эй, ты! И чё? Не, он показывает там все-таки сейф. А как я туда залезу? Вот можно было любую кнопку, кроме кнопки вниз? Так я наверх же не залезу теперь никак. А, вот. Вот. Глупый стример. Так, и чё? И куда? Сюда? Выглядит как шипы, но на самом деле нет. Так, ну она сейчас упадёт. Да. Выше я не заберусь. Никак. Не быстро. Да давай. Так, куда? Подсказки будут. Эй. Светляк. Светляк. А я могу, по идее, в этот? Так, внимание, выход через 30 более секунд после начала цикла засчитывается как поражение. Я могу там же в спячку впасть? Вот вопрос. Он показывает туда именно. Ну ладно. Туда так туда. Так, что-то страшное. Не важно, ничего страшного нет, просто берешь и спишь, если страшно. Спать. Так, сейчас. Минуту перекур.
Проснись! Проснись. Второй цикл, значит, да? Продолжить. Что бы это ни значило, второй цикл. Может, в мире, конечно, что-то происходит здесь. Я вроде с этого никаких апгрейдов не получаю. Что эти знаки вообще значат? Без понятия. Это чё? Крест. Изыди, нечистая сила. Пошли им крест покажем, силу православную. Подожди, это... Карта мгновенная была бы. Вот здесь мы не были, пошли сюда. Ползли. Или были мы здесь? Она просто весь путь не отобразила, да? Нет, не были. Так, чё показываешь? Я не очень понимаю его знаки. На что он пока? Он на меня просто показывает. Наш подсказчик. Шипы, на которые на... крест выкинул. О, нет. Ничего святого. Хоба! А, точно, нужно же кнопку жать. Они просто так не ловятся. Давай. Давай. Оп-оп, отошел. Отошел-подошел. Подождал. В засаде. Нет. Сука, я сейчас крест же найду. Попався. Эть! Это что такое? Что такое? Эть! Сюда. Классно было, если бы на них можно парить чуть-чуть. Говорит, не KFC, но пойдет. Тоже крылья. Знаете, я вот эти все популярные фастфуды вообще не переношу. Я попробовал там еду. И прям абсолютно не это, не понравилось. Учитывая, что у нас переценка по сравнению с другими нормальными заведениями. Во всяких KFC и прочим, слишком большая. Я, в принципе, не фанат фастфудов. Че, этого съешь? Не съест. Ладно, пойдет со мной. Назову его Терри. А и что, мне пойти опять в спячку или как? С этого мне какие-то бонусы, или я просто не исследую мир, сделаю его сложнее? Терри ужасно, ужасное имя, Терренс. Знаешь, почему я его назвал Терри? Потому что он мертв. Терри is dead. Ты, мне нравится, как ты просто подняться не... Это в кровать лег такой, это уже сил нет подняться. Допустим. Другой символ. Вау. Мне кажется, зря это. Нужно больше мира исследовать. Ну, мало ли там. Двойной прыжок откроют. Rocket Jump. Rocket Launcher. Опа. Шо, прости? А? Воспоминания о Вьетнаме?
Чё, он, смотри, камень есть. О, Грук нашел камень. Грук идет на охоту. Так, он говорит, прям туда иди. Ну, пошли прям туда. А я не могу прям туда идти. Могу только сюда идти. Так. Вспомнили это Little Nightmares? Будет как в конце. Сейчас я убегаю от этих... А? Убегаю от этих слизняков, а в конце я буду на них охотиться. Все, чат, релаксируем. А мне отсюда бежать некуда. Так, ты. На. Мне кажется, ему пофиг. Я пошел. Я упал. О, нет. А как теперь? Туда вылез. Зеленая, там вроде как еще один ползет. Так, наверх. Прыжок. Такое здесь не в управлении дело, а в физике. Она странная. Это место источает загадочную энергию. Все из этого цветка я знаю. Все дело в этом цветке. Где, кстати, тут красный цветок потерял? Эти цветки же не просто так такие. Особенные. О, я сюда вернулся. Зачем? Черт его знает. Или поисследуем. Да, урона нападения нет. Ну, здесь, в принципе, ухода урон нет. Все, ваншоты. Кстати, а тот-то цветок не елся? Может, я был сыт? О! А? Теперь там два кружочка. Вау! Сразу все понятно стало. О, я сюда не хочу, наверное. Не хочу. Хардмод активирован. А, плохая концовка. Так, раз здесь вниз нельзя было? Ладно, давайте обратно. Вот здесь вниз. А, здесь вниз, это наверх будет. А мне только мимо тех двух собак проходить. Тут у нас собак. Две собаки. Да ну вас нафиг. Я пойду мимо тех. Если здесь и там две, то я лучше дальше пройду. Камень возьму. Про. И все, ваншот. Понятно. Я думал, можно хоть подпрыгать будет. А, вот, этот цветочек дал мне сейф на этом цикле. Все, понятно. Меня типа не откатит. Потому что тебя со каждой смертью откатывает. Это прям такое. Так, оно показывает мне то же самое. Так, не то. Продолжите. Что синее значит эхо? А оранжевое что значит? Цветок там остался? Ну-ка, давайте посмотрим. Сейчас надо просто разобраться, как играть в эту игру, потому что играть тебе ни черта не говорит. Ну и как бы... Проблема в том, что она ни черта не говорит. Проблем вообще нет, если все это будет геймплейно показываться. Так, я хочу... Сюда.
Так, а тут можно было достать? Я чуть не помню. Уж нельзя. Нельзя, слишком высоко. Так, копье. О, блин. Вообще ему урон нанесся. Ну ладно. Теперь я понял, почему игра на 100 часов. Теперь я понял. Да потому что тебя откатывает при смерти. Ну не знаю, насколько мне нравится этот геймплейный вариант. Потому что особенно в начале ты будешь просто возвращаться в одни и те же локации, да? Делать одно и то же, чтобы продвинуться дальше. Так, метка с цветком пропала. Ну как я думаю, что это был цветок. Вот, кстати, красная трава. Она у меня там, получается, осталась? Надо ее тоже сожрать. Точно, прыжочки. Медленно и грустно стекает по стене, когда не допрыгнул. Ну, сука. И вот здесь вот этот... Эта стена такая полу-3D-шная, уходит в задник. Я думаю, это все еще край платформы. Вот будет же момент, где мне этот прыжок нужно будет быстро делать. Так, еда найдена. Палку уронил. Ну ладно. Ого. Как умею. Жри. А, я могу типа уже в спячку впасть, да? 4 всего лишь нужно. Давайте я верну, хочу вернуть за цветком. Красным. Я хочу вернуться за цветком, хочу, я пошел. Все, пока. До свидули. Так, мое копье личное. Пусть он там красиво торчит. Так, подбираем цветок. Я не могу его съесть. Я могу его здесь или тут съесть? А? Что произошло, простите? Теперь съел. И мне такое ощущение, я стал быстрее. Но это не точно. О, прикольно втыкается. Ладно, спать. Летают тут всякие. Так. Вот что он на меня вот этим тыкает? Я помню, что иногда показывают, где можно спать. А вот это что значит? Продолжить. Я жму продолжить. А. А я могу его достать теперь? Я не могу его теперь взять, но я могу воткнуть вот это в стену. Блин, а как мимо? Точно нельзя никак взять.
Всем гуси платформы делать? Платформинги. Пог? Или это так? С утра такой, оп. Проснулся. Отжался. Отжался. Подтянулся. Йоу, говорит. Еще одну. Сюда. Власть. Так, цикл четвертый. А, сюда я, по-моему, не залазил, да? Не, я здесь не могу. Ага. Так, это у меня куда поведет, прости? Я не буду туда залезть даже. Угу. А я просто доджу сейчас этих слизней. Он говорит, там угроза. Ну пошли посмотрим твою угрозу. Блять. Я не хочу уже смотреть на эту угрозу. Угу. Фиолетовый мог залезть по этим, по палкам. Вертикальным. Этот не может. Зеленый. Вставай, блядь! Меня чуть мое шкапье не убило. Ну как пробовать? Попробовать как-нибудь копьями закидать все-таки. Бро. Он сполз. Он сполз по краю. Опять идти в одно и то же место, жрать... Не, ну что-то... Ладно. Я значит, самое начало, здесь еще мало прогресса теряется. Нет, подожди, меня не откатило? А? Странно. Не, подожди, я туда же хочу. Прогресса не делаешь почти. Время игры. Я его никогда не сделаю, даже если мне будет по чуть-чуть прогресса забирать каждый раз. Если бы забирать все, что я делаю. Так, что-то мне тут не нравится. Сейчас они тут есть. Они рандомные, что ли? Все ко мне. А их... Ну нет, двоих я не буду пробовать. Что они друг друга жрут. Вот тебе еще и камни сверху. Может, тогда здесь не будет? Ты не говоришь, что я собирался дропать. Я нашел кирпич. Ешь кирпич? Кого? Он, на самом деле, съел кирпич. И выплюнул. А, я могу так получать... Понял. Откуда этот цветок опять появился, вот вопрос.
понял, я цветок могу съесть и с собой таскать. У него какое, значит, какое-то применение есть. Я могу с собой также таскать камни, их глотать. Вот что в прошлый раз было. Может, на этот цветок как-то из другие монстры реагируют? Раз для меня эффекта нет. Так, еще есть копия. Куда мы можем? Вниз. Наверх, вон туда. А дальше? Дальше наверх. Поползали зеленые. Не хочу, стой. Надо найти где-нибудь место, где есть копия. Где есть одна, только это ж ебака. И чтобы она была... О, кстати. О. Съесть. Я вас еще половил, да. Типа она сюда... И что дальше? Бро. Бро. Я не думал, что она летать умеет. Местная физика, конечно, интересная. Все, давай кирпич. Можно по два таскать. А смотри, еще рандом, да? Иногда не спавнится. Копия. Я могу их подбивать этим. Да? Эть! Они, правда, встают. Глушить могу. Все, игра года. Не знаю, какого, правда. А, я эту случайно кинул. Нет, ты ее ешь. Ты эту ешь. И эту ешь. Нет, это кирпич. Ты его не ешь. Опа! Двух одним ударом. Ну, чтоб я-то комаров так убивала. Ну, сейчас, может, научусь. Ямерс. Где вторая? Ну все, спячку. На ходу есть можем? А на ходу есть не может. Так, а цветка тут нет, меня настолько откатило, да? Да, меня откатило на первый самый. Ладно, ладно. Просто пока что непонятно, какая... Что мне дает эта прогрессия? А чем мне вообще спать? Ладно бы что-нибудь улучшалось. Что-нибудь открывалось, либо давалось новое. А то просто... Просто иди вперед, лол. Но это явно тебе потом пригодится, поэтому все равно возвращаешься, да? Так. А, подожди, а что тут было, нет? Есть будем? Попався, попався, жук-паук. Вот, типа первые два цикла, я понимаю, тебе управление рассказывают, но все, что тебе нужно, вот, в одну комнату прийти, сожрать их дважды, и все. И пойти.
крыжиком. Смотри, как летает. Все. Мой жук. Мимер. Он опять спит и следует. Ты понимаешь, жуков потом не будет. Но возвращаться. Продолжите. Интересно, вот эта трава, которая сейф. Так, жука нет. Жук урана на работу встал. И ушел на завод. Блин, я проснулся и в Дискорде сразу написали, я пошел новости смотреть. На нашем местном нефтезаводе взрыв был. Говорят, слышно было на треть города. Стекла трещали. Я не слышал, я спал. Вот. А у меня как раз мамуля на заводе там. Промбезопасности. Выяснилось, короче, это... Расконсервировали установку одну неправильно. И произошел хлопок. Говорит, вроде без жертв. Куда идти? Наверх. Я потому что работал на установках. Я могу представить. Что у нас как расконсервирование старых этих установок. Что можешь сделать? Проснешься так, а уже 10-минутная. А. Проснулся, проверяй. Че, попробовать на них поохотиться, а? Эй, ты. Я же говорят, охотник. Давай, ползи сюда. Ой, тут еще одна. Если где я охотился, то здесь на них. В самом деле. Здесь потому что вот я наверх поднимаюсь, они мне ничего не сделают. А где я копии столько найду? Таскать с разных локаций копии сюда. Все, здесь копий нет. Можно попробовать, конечно, с копьями. Вот есть одно и камень. Камень съесть. Камень не дам. Цветочек. У меня есть цветочек, смотри. Я камень выкинул. Что мне с этим цветочком делать? А я там нормально наверху зависла? Вот смотри, цветочек, иди подними. Я могу взять копье и попробовать вернуться к той раненой. Хватай! Куда ты? Ну-ка сюда иди. Так она меня кемпит, вот эта штука наверху. Все, не кемпит. Смотри, цветочек. Ей пофиг. Цветок упал. Иди нафиг, игра! Я живой. Она просто меня упала. Я цветок туда там застрял. И вот тут застрял цветок. Мне нужно его подобрать. Все, подобрал, проверяем. Заново. Так, значит, мы берем копье. Мы ищем локацию, где есть еще копье. Смотрим, будет ли какой-то эффект, если два копья кинуть.
Еще я копье не мог из стены вынуть. Я не могу особо... Я не могу, наверное, складировать копья. В смысле ты не прыгнул? О. Давай, прыгай. Готов. Так, а цветок, блин, что с ним делать? О, они тоже перелетают тут. Так, допустим, я хочу копье. А самый старт, я еще не ел их, да? Самый-самый старт. А сейчас вообще эти будут жуки-пауки зеленые? Имею в виду, если я их убью, то я могу их сожрать, правильно? Допустим, останется ли здесь копье? Вот я сейчас пойду в новый цикл. Ну что, проверим. Так, после фиолетового столба. Мимер. Упал. Помер. Идет спать, чтобы проверить, осталось ли копье на месте? Да, я имею в виду. Лягкие сны, смотри. Какой мне смысл не спать? Потому что... Я прохожу дальше, но я не могу больше... съесть. Вот как... А, подожди, копье у меня здесь оказалось. Ну ладно. Есть и другие серьезные недостатки. Я что-то пропустил первое, что... Что мне игра говорила. Здесь есть, ну это понятно. Игра подсказывает. Я и это пропускаю. Игра ничего не говорит, но когда говорит, я пропускаю. Вот копье у нас. Но мне то интересно. Оно зеленым светилось. Того копья нет. Цикл седьмой, простите? Я же на третьем, нет? Так, вот у нас ящурица. Будете их схватить? Ну, допустим. Пошли за копьем. Копье все еще в ней. Да куда ты? Так. Да, блин, забываем. А куда это меня приведет? Ой, не то, карта. А, меня приведет как раз куда я хочу. Ну-ка, я по карте могу все-таки отслеживать? Ну, если синяя вон она, разве что. Подожди, ты копье оставляешь? Почему? Я же с ним ползал. Я его кинул. Окей. Так. Опа.
С какой-то красный жук. А где... Она с копьем в боку? Или нет? Она не с копьем в боку. То есть мне нужно одной, на одном экране убить, простите? Или это не та? Разве что. Вот, у меня два копья. Сюда лезь. Как он висит смешно. Что синий обозначает? Метки. Там три вообще мигает. Еда, наверное? Эти не отображаются. Так, ну красный жук, попробовать выплюнуть красную траву ему предложить. Фиолетовая. Мне каким-то образом нужно на локации. Так, допустим, оставляю копье тут. Как мне это сделать? Кинуть. Как мне его сейчас взять? Я не могу... Если копье воткнуло стену, я не могу его взять? Это конец? Да. Ну ладно. Что-то мне копия, как оставлять где-нибудь? Мне нужно явно несколько копий, чтобы пытаться охотиться. О, подожди, красный жук. А он в упор втыкается даже. Так, красный жук, у меня есть красная трава. Я мерз. Подожди ты. Я брошу даже для тебя. На. Они его сожрали? Я застрял, блядь. А, я его тащу? Лол. Брось. Под дома доем. Пошли. А к нему что вообще происходит? Ладно, ешь траву. Я типа вот, я фуловый, да? Не могу посмотреть. Нет, я не полный, а как мне его сожрать-то? Так, выплюнул траву. Отпусти его. Я не могу его съесть. Я не могу его тащить, только пытаться. Брэкдолл саунд эффект. Вставьте. Ну ладно. Видимо, не моя диета. Вот этих мелких я могу половить? Нет. Типа, ну ты чё? И шо, что мелкие? Ладно, пошли дальше. Это же страшная херня. А вот эти, ну, пока они меня не атакуют. Я ее поймал, лол. Я ее заточил. О, она мне две дала. Ха. Прикольно, их можно все-таки. Откуда у меня копье? Ну, из плюс. Я не хочу особо этих мух жрать, потому что они убивают вот этих зеленых гадов, но меня не трогают. Все начинает трястись, мне это не очень нравится. Выброс! Сталкеры в убежище. Причина тряски. А, дождь. Тяжелый. Очень тяжелый дождь. Я хочу посмотреть эффект. Геймпад трясется невероятно. Так, мух прибивает, хочу сказать. Я умру под ним. Да, я понял. Все, это нужно было проверить, чат.
Иначе потом бы больше это, больше прогресса потеряли. Понял, бери зонтик в следующий раз. Ну ладно. Так, жуки не только наши союзники, но и хороший источник еды. Эти москиты. Сейчас их нет. Так, еще одно копье найти где-нибудь. Здесь есть копье. Вот это очень хорошее место. Ну, как бы хорошее место, если бы вот эта штука хоть куда-нибудь отошла. Не? Не хочет? Хи-хи-хи-хи-ха. Я пошел. Сюда наверх не можешь. Все, ползи отсюда. Я в засаде. А кто теперь хищник? А? А? Давай, уползи. Оп-оп-оп-оп-оп. Как он крадется. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-ха. Ну. О, еще одна. Вот теперь плохо. Надеюсь, здесь есть третье копье. Здесь есть третье копье. Давайте мы должны это проверить. Бро, бро! Что произошло? Почему третье не вошло? Она вылезла уже, нет? О, мой бог. Фенька пьет труп. Какого трупа? Она живая была. Не подходить морщится, потому что они... Здесь классная физика. А что, мне опять подниматься наверх, есть муху по 5-5? Ладно. Пойдем охотиться. Ничего же не меняется, да? А если я умру на первом цикле? Все, конец. Так, ищем копии. Теперь здесь копья нет. Здесь мусор... Нет, червь есть. Вот он. Так копии нет. Значит, дальше исследовать. Давай сюда. Угу. Есть туннели, через которые только они могут пролезть. Сюда полезешь? Нет? Видимо, нет. Так, копья. Одно есть, но мне нужно три копья, минимум. Я так понимаю. Либо в морду пытаться им попасть. А копья внизу все еще. Есть подозрение, что в морду больше урона будет, конечно. Но не факт.
Они чаржиться умеют. Что там происходит? Друг друга жрут, что ли? Это вообще не против таких поворотов. Я. Так, он сейчас сверху упадет. Минус копье. Мне как-то голову мигает. Может, в этот момент больше урона, конечно, будет, или что-нибудь типа того. Ну все, копий нет. Куда мне? Ну они единственный путь перекрыли. О, нет. Думал, окно было. Мне так надо. Ну ладно, пошли без копий в другое место. Он же показывает, что там есть сейф. Вот я бы туда и хотел. Но и когда они две кемпят, единственный вход туда. Так, одна сейчас сверху упадет. Ну что это такое? Как мне там пройти? Иди дальше. Так я дальше нельзя. Мне можно только назад сейчас возвращаться. В том и дело. В том проблема. Не, без шансов. Просто умру. Ладно, пошли делать то, что мы и занимались целый час. Есть мух и спать. Геймплей. Есть что. О, одну сюда вытравил. Она обратно. Давай сюда. Идет блочить путь. На перегонки со мной. Да. Сразу смерть. То есть даже... Физика не должна сработать. Ясно. То есть только есть смысл их бить, есть три копья. Как... Да нет ни одной локации, где три копья. Я пока что не видел. Потому что они то ли деспавнятся, то ли уползают. Когда тебя нет на их локации. Радуга. Цикл 7. А, цикл идет, понял. В обратном направлении. Всего 7. Так, тут копий нет. Понял. Понял те, что у них с мордой. У них морды металлические, их нужно в спину бить. Смотрю, светится. Но не потому что уязвимое место, а потому что наоборот бронированное. Хавчик. Так, ну мне бы наверх забраться, пока она вниз сюда не упала. Ну все, пошли, наш шанс. И еще одна пришла. Ну все, теперь падение, смерть. А, сюда мне нужно. Окей, он решил просто умереть.
Здорово, Батарак. Чем выглядит как психоделика? Нормально все. Слизний кот кушает. Ну и же они друг друга жрут, но мне не кажется, что с этого они получают какой-то урон. Так. Получается, сюда меня звал этот призрак. Так. Ага, абсолютная локация, растет красный. Опять цветок. Я могу его только проглотить, и все. Я не могу его есть. Так, что подсказывает этот призрак? Ничего, ладно, полезли. И фиолетовые, и зеленые. Замечательно. Так, я не хочу, наверное, вот этих летающих жрать. Мне помогают так-то. Пока. Так, как мы наверх залезем? Угу. Понял. Ну, забайтить нужно. Бойтесь. Бойтесь. О, красный прилетел. Так, красный летит атаковать. Пошли, изучим его повадки. Фиолетовый. О-о-о. Они меня не спалили. Такое ощущение, что у них... Они иногда в стане. Когда у них белым начинает голова светиться, они выходят из стана. Может, у фиолетового хп меньше? Ему 2 копья хватит. Тоже интересно. Ага, о-о, подожди, что там мне показал? Он показал мне этого. Блин, это полное покрушение, у меня тоже всякие комары летают тут. Он мне там что-то показал, что я раньше не видел. Бах, блядь. Надоел, комар. Надо в кальян это, вместо табака, зарядить эту спиральку как-нибудь. Отличная идея, мне кажется. Сейчас поймаю комара и съем. И пойду в спячку. Комар энцефалитный был. О! А? Сородичи? Простите. Мой теневой брат-близнец. Ой, я наверху вижу, что это можно. В спячку. Сородич подождет, я в спячку. Оп, оп. Удобно. Упай. Вау, цикл 2. А меня будут откатывать на прошлый этот, если я умру. Так, о, копье верни. Нет, ну ладно, посмотрел чат. Вот так, это были мысли вслух. Если я буду спрашивать, что это чат, я прям скажу чат. Не, я, в принципе, сейчас я чат особо не читаю, так что можете вообще спойлерить. Я так. 1984 нам не нужно. О, упал. Так, какое-то растение. Я хочу... О, 3 копья. 3 копья. И у нас там новая ящерица красная. Тут много копий, слушай. Еще это? Сейчас будем решать, кто охотник, кто жертва. Да? Да,
Так, они кусаются между собой. Так, ну зеленый я уже знаю, что две не хватает. А я очень медленный в этих штуках. Я хочу фиолетовый попробовать. Ладно, зеленая тут очень удачно стоит. Нет, не очень удачно. Хотя? Не, а как я буду? Пусть дальше проползет. Хотя бы до этой. Да, вот где она сейчас. Да, я могу из нее копье вытаскивать, лол. Блин, ну это, конечно, такое. Так, ну сейчас она проползет туда дальше. Медленно, уверенно. А, там выползла. Что, это легально вообще? Я тоже так хочу. Сука, упал. И мне опять... Ты сюда вернешься, нет? Да, он там вернется. Окей. Я за кустом прикинулся. Так, ну да, почти добитая. Явно выглядит. Сейчас красную попробуем. А по идее сюда идет. Нет, не идет. Перейдет. Угу, она меня прям палит. Зеленую попробую добить. Так, она, прости, с одного удара или она еще дергается? Стой, гадина. Это похоже двух копий будет умирать. Все? А чё она все еще мигает? Умри! Умри! Я считаю, это победа. А, я копье могу бросить. Понял. Пол. И не нравится, что она все еще открывает свою пасть. Вообще не нравится. То есть я вниз? Ага. Вот так копье можно сохранить. Идь! Пошли! Пошли! Дома сожрем! Пир устроим! Ёбаный шашлык. Мухи вокруг нее летают. Смотри, цветочек, все, на могилу, читай. Вот и похоронили. Крокодила. Так, ну пошли наверх. Можно еще 5 штанц сделать? Или он меня не перебивает? Дождь близко. Откуда мне знать, что дождь близко? Хорошо. Я не смотрел этот прогноз погоды. Да, мне это есть куда спрятаться. Все, залазишь такой, оп, все. Так. Ну ладно, мы теперь охотник получается, да?
Не жертва. Поползли. Ничего не понял. Что-то показывает. Там говорит жратва. Мне сюда интересно. Это типа сейф? Что он показал, на ком я цикле? Так. Заметки на карте нельзя делать? Это разные уровни. О, она отмечена, ладно, она отмечена. Потому что сейчас бумажку придется взять. Так, ну я вниз упаду. Между ними нет. Понятно. Это... Так, подожди, а вон тот, там знак моего цикла. Так-то. Как я сюда еще могу попасть? Никак. Копье. А, здесь мостик. Окей. Мигал знак жратвы красным там. К чему бы это? Там он показывает, там еда есть, да? А наверх сюда вообще могу подняться? Обратным не могу. Отсюда я не смогу подпрыгнуть вверх. Он говорит, показывай, там еда, да, классно. А, ну да. И вправду. Так, еще одно копье взять. Давай, власть. О. Ну да, да, большая еда. Стой. 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 Попався. Вкуснотища. Две дало. Маловато будет все-таки. А этого типа тоже загрыз? О, это тоже еда. Это еда, но не могу его взять, потому что... О, могу встать. Почему не могу вот этого съесть? Черного. Непонятно. Ладно, поползли, где? О, вот меня бежит. Могу ли я в туннелях эффективно кидать копье? Нет, не могу. Может, меня сейчас сожрет, мне ничего нет. А? Воу! Грибочки! Как-то что-то совсем не в кайфе рядом с ним вот так быть. Настолько близко. Особенно, когда я не могу ползать нормально. Так. У меня еще один грибочек. Так, тень идет. Туча? Дождь? Не, просто облака плывут. Так, вот ты. Тебя добить бы уже, а? Ползаешь тут. Блядь. А я туда допрыгну теперь? По-моему, нет. Не так смогу, да?
Тёте голова. Все, ты мертво. Комары? Я думаю, оно мертво. Пошли. Это, кстати, полегче, чем зеленый, да? Я могу схватить и прям с ним кататься. То есть я не могу их ладно жрать, я могу их тела, допустим, использовать для байта там других существ. На того прилетели мухи, которых я могу жрать, большие. Ну уж с этим так же. О-о. А куда он делся-то? Его куда-нибудь на этот? На открытое место, что ли? Под дождь. Ну-ка. Да, блин. Хватай его. Все, я его не могу схватить почему-то. Так, ну это дождь начинается. А, они ушли, потому что дождь начинается. Понял. Ну тут же я в безопасности, по идее, да? Но здесь я точно в безопасности. А, буква C или G. Значит, генератор. О, цифра 2. И куча мест, куда можно пойти. Так, наверх я не могу. Могу в бок. Не могу уже в бок. Да, не могу уже в бок. Там дождь. Здесь дождя нет. Я буду здесь. Кого происходит? Окей. Понял. Понял, плюс принял. Ты получается только в безопасном месте, да? Можно переждать все это. Сколько оно рандом. А все, я никуда больше не выйду. Бегаем. Рибозом. Я умру сегодня, нет? Спасибо. Копье. Отдай копье. Ну пошли. Дальше исследовать. Это, конечно, забавное было. Угу. Бесишься, да? Так, ну два опасно. О, особенно если я вот так буду делать. Так, второй ушел хотя бы. Да ну ты брось, и оно воткнулось. А, окей, вы друг друга не едите, если так. Это хорошо, наверное. Так, мне понадобится только одно копье на тебя. Да шо ты. Ты же меня здесь не схватишь через текстуру. Это не платформа была. Дайте копье, я иду убивать. Так, ну он все показывает, что там кто-то есть.
такой же, как мы. Да нет, он не развернулся. И все, Мортис. Не Мортис. Воу! Кувырочки. Не надо! Так, мне с того нужно копию подставать. Каким-то образом. Тут двое. А все потому, что минус одно копье сделал. Он красный еще какой-то странный. Знаешь, что он делает? Не зацепился. Ладно. Не, понимаете, дело принципа убить их. Я ж тут охотник. Посмотрите на этого убивцу. Кубарем, который вот сейчас прикатился. Он на меня сразу загрелся. Хорошо, мне бы с фиолетового начать. Но это сложно. Вот он сложно, потому что копии через него летают. Так было бы более-менее. Но можно камнем оглушить, как бы потом копьем, да? То есть камень не по морде проходит. Берем камень. Они слишком быстрые. Интересно, если камнем оглушу, в морду тоже копье прилетит? Вон у меня и камень тут лежит. Очень так удачно. Гайка. Metal Gear. Metal Gear референс. Так, я сначала кидаю копье. А мне же сначала кинуть камень. Вот так вот. А. Я пошел. Не, если фиолетовый не... А, он за мной уже, да? Он знает, где я. Блин. Давай попробуем оглушить! Так, где он сейчас вылезет? Наверху, да? Ну, поехали. Кирпич. Копье. Достать копье и умереть. А как с них вообще копья доставать? О! Окей. Каким-то чудом я выжил. Красный идет сюда. А, здесь копии не заспавнились. Класс. Рандом. Спавна. Так, и что мне делать теперь с этим всем? На. Так, ну это, похоже, почти все. Я вам копье как ими достать теперь. Да, он пытается уползти. Так, ты зеленый сюда давай. Угу. Чуть хвост не откусил. Кирпичом, типа туда. Ай, хорошо. Он живой еще? Так. Не-н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 е. Подожди. Если живой, то это, я на это не подписывался. Ползает. Боится меня. Он такого тоже боялся. Так, красненький. С красным интересно, что он. Кирпич. О, он по морде, я говорю. Так, красный. Можешь ли ты заползать сюда? Может. Так, копье все. А копье все. Мне еще одно нужно.
А у меня здесь два копья, все, да? У меня только кирпичи есть. Наверху, может, копья есть. Красного какого-то особого эффекта я не понял. Может, у него одно хп? Один удар копья, имею в виду. Потому что зеленый явно толще, чем другой. Это копье у нас? Это не копье у нас. Печально, печально. О, а я могу тебя сожрать? Мне кажется, она меня сожрет. Я вот этих могу. Так, ну не зря же я их убивал. Давайте их жрать. Смотри, сколько налетело. Хватай. Жри. О, не хотите вот этого сожрать? Ай, пожалуйста, не хотите его сожрать. Он за мной идет. Здесь копья нет. Пока. Мне наверх. Так, ну красную я могу съесть. Она меня сейчас убьет. О, нет. Не надо. Не надо. Я ни в чем не виноват. Я не могу сюда вниз. Я ни в чем не виноват. Я труп. Я труп. Копии не заспавнилось просто. Просто не зарандомило. Ладно, как вариант просто пройти дальше сейчас. Мы поняли, что уже можем убивать их всех. Давай посмотрим, что дальше у нас. Солид слаг. А куда вот это ведет? Что-то не проверял. А, или проверял? Да, проверял. У нас грибочки с замедлением. Здесь я наверх не поднялся. А, потому что это не наверх, а наверх я... Копьем разве что? Мне кажется, другой путь есть. Так, тут, посмотри, генератор, да, какой-то? Ну, мне, ладно, мне этот показывает, что я иду не туда. Я ему поверю. Покажи тут, куда идти тогда. Туда? А как? А как я туда? А, вон, вон, все вижу, все вижу. Не надо. А? Подожди, другой? Он что скажет? Ничего, он просто исчезает. Так, как мне здесь перепрыгнуть-то? Копье попробовать кинуть. Не так, разумеется. Отсюда разве что. На один раз упасть придется. Нет, нет, явно, явно эта игра не рассчитана. Как мне наверх, простите? Отсюда я не могу вот так хитро пропрыгать, да? Не, не могу. Паунсом. Что-то мне кажется, для паунса даже это далековато.
Плюс то, что он здесь уже в анимации, что он внизу. А, вот так могу встать здесь. Нет, не хватает. Давайте еще раз. Понял. Не работает. Ладно, обратно. Так, тут как-то... Нет, здесь у нас только это, замедло. Да, главное, червяк показывает, то туда иди, но я не могу туда идти. Эй, ладно, может не тот цикл. Так, ты сам знаешь, на кого-то нарвался? Сейчас гриб как съем. Я так, хоба! Оба! Ага. Ну и все. Понял, да? Вот так я умру. Мне все равно наверх надо было. Так, там еще вниз можно было. Но я хочу здесь наверху, наверх подняться, посмотреть. Давай сюда уже ползи. Можно как-то руки менять? Чем я первым буду кидаться? Может, мне интересно. Я хочу первый кинуть камень. Как менять руки, чат? Не, никакие кнопки не меняют руки. Руки меняют на X. Блин, как я мог забыть? Мне приходится положить копье. Положить камень. Взять камень в эту. О мой бог. Из-за того, что я сейчас менял руки, я сдох. Серьезно? Игра. Ну, здесь я виню уже управление кривое. Потому что мне нужно кинуть первый камень, и потом копье. Но игра тебе это так просто не дает сделать. Извини, ты не можешь менять руки. Дважды нажать кнопку взять. Вот. А почему вот игра этого не договорит вот здесь вот? Нажми дважды, чтобы поменять местами предметы в руках. Не... Ладно. Это было мелким текстом под тремя звездочками. Так что не считается. Я пошел. Конечно, я не читал текст внизу, я почитал, что кнопки делают. Так, наверху-то камень есть. Без камня здесь, возможно, не пройду. Камень, говорит, не дам. Видите камень? О, есть камень. Не знаю, откуда я его взял. На. Я пошел. Вот теперь я наверху. И чё? А как мне туда все еще пройти? Паунсом? Отсюда? Разве что. Так, а если наверх проползу? Понял, понял, понял. Никуда я не ползу, никуда я не ползу. На. Есть. Хавчик. Трясет его аж. Че, айфон носит? Он тут с крестом был у нас.
с кассетой. Но мне как бы гайд говорит, ты не туда идешь. В смысле, он же показывал сюда, нет? Я пошел. Стремные эти летающие штуки. Так, где я? Всегда, когда приходишь на локацию, надо сначала понять, где ты. Иначе, ГГ, на тебя что-нибудь выползет, и ты не поймешь. А я сразу, как бы, платформер начинаю осматривать уровень. Что мне с ним тут делать? О, он сам поймал. Съесть. Так, куда можем? Наверх, вниз. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Вот это что такое? Страшное. Летающий кальмар. У меня есть копье. Я не побьюсь им. Я убил своего гида? Ты с этого момента начинается хардмод, да? Я так понимаю. А он вернется, а он еще выйдет погулять. Так, ну я фуловый, мне бы сейвиться где-нибудь, да? Так, кальмар мне абсолютно не нравится. Я вот кальмара хочу попробовать. Можно его копьем убить? Стремный кальмар. Так, а я могу? Я выше прыгаю паунсом. Нет, не выше, дальше только. Я хотел изначально кальмара-то убить. Я в него не целился. Гида. Ну все. Да гид все равно куда-то не туда вел, мне кажется. Так, а как они вообще вниз там прошли? Так, окей. Блин, копье потратил. Да я могу как бы убить муху и даже куда-то ее оттащить. О, вниз можно здесь. А, дайте другое копье. Здесь же оно было, да? Все еще непонятно, что делать с этой травкой. Так, ну я, наверное... Все копья потратил. Можно, а можно копья вытыкать? Ладно, чат, можно копья из стен вытыкать? Так, гида я съем. Нет, нельзя. Ну, так, вот, это же бред. Так, он мне мешает пройти, толстый мух. Ладно, а как? А, вон. Мы идем сюда. Идем сюда, сюда, сюда. Оп. Я иду за вами. На фуловый. Мне нужно где-нибудь поспать. Тут еды еще полно. А, карту посмотреть. Карта, конечно, просто прекрасна. Просто прекрасна. Я на вертере не поднимусь, да? Копье забрать. Это что такое? Господи. Столько. Ну, я почти уверен, что это Мортис. Да. Могу ли я этот Мортис перепрыгнуть? Вот в чем вопрос. А-а-а, пустите. Ой, кошмар. Ой-ой-ой. А как мне тут выживать? Что мне тут вообще делать? Зачем я тут? Только чтобы страдать? Так, а он спокойно же, разумеется, может через них ходить, да? Вот. Разумеется. Так, у нас проблемы. Ну, у нас какой-то жук есть. Так, с собой возьмем. О, дождь начинается.
Кажется, дождь начинается. Так, здесь я уже погибал. Было дело. Бро. Давай не будем. А зачем вот эти вообще пути все? Где я вообще? Вон вниз можно, вот я вниз хочу. Ну не совсем вниз, вот сюда вниз. Копье дай. Показано, будто можно вниз здесь. О. Он не хотел. Теперь я без гида не знаю, где, куда и что. А это у нас что, простите, такое? Кошмар какой-то происходит. Проверь. О. Как говорит чат, прогресс-то нет, чё терять. Давай, ну прыгай. Не? И чё, он меня блочит. Всё, я пошёл. Я пошёл, я пришёл, я уснул. Пошёл, увидел и поспал. Мимер. Ой. Так, вот. Хотел бы я назвать это сейвом. Ладно, мы хотя бы в другой локации. Хотя бы в другой локации. А потом просто не умирай, лол. И все. И в фарме. В фарме себе иду, как станешь профессионалом. Цикл 9? Есть еще поди. Поди еще игра от того, сколько раз ты сохранялся и умирал. Зависит. Ну ладно, ладно. Вот и проверили. Вот сохранились. Так, давай назад. Копье не взял. Бро. Бро, ты буквально кэмп спавнит. А он скажи, что сюда может пролезть. Ты такой выходишь с... А, все, он задиспавнит. Мне не очень нравится, что враги просто диспавнятся. Прям такое себе. Особенно сложно, что ты типа побежал за копьем, он задиспавнился и все. Вот с этой непонятной штукой. О, гид вернулся. Так, что я могу? Да ничего особо. Сюда и все. Угу. Окей. Ну и сида. Который убегает. Да, с едой все сложнее, так смотрю, становится. О, нет. Ну, какая физика классная. Так, подожди, а как мне всплыть? А, вот, давайте. Ух ты, ихтиолог. Понравилось, говорит ему там. Но мне главное, чтобы ящер сейчас просто сверху не упал. Я могу их типа сбить. Я их не могу типа сбить. А, не могу.
Они всплывают из минусов. А, ну я фуловый. Получай гид. Че гида убивать? Он, правда, ведет не туда. Ну че, я не знаю, вот в игре очень приятная физика. Она для управления чуть неудобно, непонятная, но она чувствуется очень хорошо. Это как из этих, из разных, знаете, битэмапы, либо шутера, где прям хорошо чувствуется нажатие кнопок и стрельба. Опа. Опа, опа. Где стука зашел, тихо. Так, ты. Ящерец. Здесь я хищник. Блять. А, ты падаешь, когда кидаешь. Убить. Ну куда ты? Так, за ней в погоню. Думаешь, от меня убежать? Меня никто еще не убегал. А меня можешь сейчас сожрать? Уже нет, похоже. Ух ты ж, бля, ты что такое страшное? Жри его, не меня. Че за таракан такой? Что, она прям отказывается умирать. А че вот это такое наверху? Воу-воу-воу. Открыт предмет песочницы. Сейчас что-то лезет. У меня нет копья. У меня нет копья. Жук страшный. У нас тут сейв говорит. Ладно, пошли до сейва. У меня копья закончились. Эта штука. А как я мимо нее, простите? Просто не цепляться за нее и все, окей. Он мирный. Ну так неинтересно. Я же не мирный, понимаешь? Мы идем по пути геноцида. А что наверху такое? О! То есть в верхнем левом углу пишет, кого я убил, да? То есть я ни разу не сейвился, когда кого-то убил? Ха. Или не замечал. Так, он внизу эта гадость, которая умеет ползать. Мне нужно копье. Мирный, говорите, да? А что еще интересно, это красный. О, кстати, мирный. А. У меня гид. Я такой подсказываю, тут еда. Жрём-с. Прежде чем бегать, пойти просто и сейвнуть сразу. Ну, не сейвнуть, а следующий цикл перейти. Что, какой смысл? Не переходить. Ну, эта палка чуть-чуть шевелится. А, жук. Пододвинься. Мое логово. Моя берлога. Продолжите. Как ты живой? Мне нужно копье, чат. Копье и кирпич. В следующий раз на стрим. В смысле, он меня кемпит? Цикл один. Я не знаю, вот. Я бэдэндинг получу, мне кажется. Не, смотрю, он показывает на этого жука, что он какой-то нехороший.
наш гид. Я хочу попробовать его в любом случае убить. Можно ли его есть? Ой-ой-ой. Так. Копье только роняешь, если очень большой урон. Окей. Давай, беги. Жук, помоги. Спаси. В атаку. О-о-о. Куси его. Давай, жук, помогай. Жук, мне кажется, меня сейчас хочет напасть. Сука. Вот так тоже дерешься, и копье воткнется, и что, все, тебе оставлять этого, что ли? А, ну, в принципе, чтобы случайно стены не воткнуть, надо, можно это приседать, да? Ага. Присел. Ну все, я думаю, он мертв. Можно подождать, пока мухи прилетят, и их съесть. Интересно, мухи, вот эта большая черная муха, она как бы потом всегда будет агрессивная или нет? Или просто первый раз, когда увидит? А жук, мне кажется, меня теперь опасается. А если я его тебе притащу? Я не могу его схватить. Смотри. Смотри, что есть. Жаль, он на открытую местность. На открытой местности, кстати, убивать, чтобы мухи слетали, знаете? Я копье где-то потерял. Жук, значит, не на меня реагирует, жук реагирует на него именно. То есть я его, наоборот, сюда, если оттащу, если жук еще далеко не убежал. Бросаем копье. Нужно понять просто, как все работает здесь. Хватаем. Тащим. Давай, тащи, тащи. Сейчас, если жук опять сюда придет, значит, он все-таки на этих реагирует, не на меня. И он решил не идти. Ну ладно. Еда. Видели, что если куплено, можно стать копья из стен. Я вроде сдался, скачал. Приобрел. Я подумал про то, что это не Elden Ring. 2000 отдавать. Так, у меня нет копья. У меня есть копье. Так, чё, unlock. О, я понял, чуть больше. Открыт предмет песочниц. А, ну это фрукт. Главное меню, ремик, общее, вытаскивать копия. Можно без DLC. А, почему оно по умолчанию как бы не сделано? Открыта новая арена. Мы здесь были. Говорит, ты не на том дне. Нет, мы не здесь же. Ой. Я меню хочу что-то выходить. Или это не одна такая комната была? Или она не сохранилась, потому что это было на другом дне? Ха. Там, где мы поспали и убили зеленого крокодила, теперь метка зеленого, возможно, того самого крокодила. Сейчас мы убили фиолетового. Пойти поспать в другом месте?
Я все еще не понимаю, что вот это вот синее значит. Так, ну тут тупик. Не только возвращаться. Интересно, будешь что-нибудь за убитого гида? А тут что такое? Красное. Ой, вот что такое красное тут. А ну стой. Ты аж две еды. И оно пропадает. Оно правда не просто диспавнится между этими. И все. А этот не здесь. Игра. Игра, не нарушай свои собственные правила. Так, я пошел за ним охотиться. Стой, стой, стой. Поп. Вот так вот. Оно живое? Оно не живое. Жрать. Игра свои собственные правила нарушает. А, ну, типа, нажал не ту кнопку, все, да без копья. Такое... Неправильно. Ладно, я потом это настрою. Не знаю просто, что, как, насколько он здесь сохранится. Если я выйду в меню. Хватай. Жувай. Все, фуловый. Прекрасно. Блин. Очередное спасибо товарищу Гипскому. Это геймпад. Без него бы я это столько раз бы сгорел уже. Так, а как мне наверх подняться здесь? А, вот внизу есть штука. Нет? Да? Да. Оно выглядит живым. Оно выглядит живым. По этим штукам можно кидать. Получай, жук. Мне кажется, ему не понравилось. Слушай, я там сплю, если что. Ну давай вместе спать. Он умер. Он умер. Вставай, проснись. Проснись. Или уснул. А, теперь фиолетовая показывается. Но я как бы сплю там же. А предпоследний цикл? Нет, чат, он не спит. Могу его с собой забрать. Классно выглядит. Пошли, ты теперь мой друг. А я прям тащу? Я его прям тащу, смотри. Не особо удобно, проснись. Конечно, с ним. Я не могу прыгать. Прости, мне придется тебя оставить, похоже. Так, я не знаю особо, куда мне идти сейчас. Так, допустим, про козябра ты хочешь? Поесть. Он уполз! Он живой! Отстань! Отстань! Оно не отстало. Оно от меня не отстало. Чё? Ну я маю. Возвращаемся туда же. А, слушай, я с жуком. Так, карту посмотрели. Будет здесь фиолетовая теперь. Нет, все еще зеленое что-то. И какой-то еще знак. Я не могу приблизить. Что это вот значит? Камень? Простите, ножницы, бумага? О, жук. Жук, ну ё-моё. Давай, на выход. На выход.
Так, ну пошли еще раз туда на охоту. Вот эти вот еще. Что тебе на... Ну-ка. Ну-ка. Я сейчас сожру еще. Ну ладно. Так. Я даже схватить не могу. Ну ладно. Только толкать. Все, иди отсюда. Пошли вниз. Ау. Камень. Вот так. Хапчик. Сейчас сразу пойдем этот цикл перейдем. Раз так рядом. А, может, там нет фиолетового этого, потому что я же откис, меня откатило. До зеленого. Ну, давай спать, что ли. Не толкайся. Бонник. А сейчас показывает... Кресты. На карте отмечалось крестами, где я умирал. Или нет? Или это просто опасные зоны? Пошли посмотрим, что вот на этом кресте. Так, вставай. Бери камень. Меняй руки. Бери жука и пошли. Страшные какие-то звуки происходят. Подожди, вот здесь это было все? Карта. Да, я здесь просто умирал, все. Все, что это обозначает. Надо посмотреть, что там. Да, я тут просто умирал. Так, ну... Если я все исследовал, что мог. Я могу только с помощью копья попробовать забраться на вот здесь вот дальше. Либо вот тут умереть просто, потому что... Фанни. Так, ну вас нафиг, я пошел. Я еще на последний цикл хочу перейти. Мало ли. Хватай. А, ну ладно, ладно. Жувай. Какую-то табуретку взял. Вот здесь. Я могу? Я... Могу ли я? Ну, отсюда кинуть копье. Отсюда кинуть копье. Не похоже, что я там дальше что-то куда-то приду. Не, можно, смотри. А? Шоп. А? Пардон? Призрак. Просто призрак. Это не слизняк, это призрак. Что, за край экрана улетим, чат?
Давай, раскачивайся. Почти. Out of bounds, давай. Speedrun stra... О! По текстуру улетел. Вернулся. Так. Ну, да, я считаю, что секретная концовка получена. Ну, тут игра буквально показывает такая. Вот тут что-то может быть. Вот он, ку-ку говорит. Можно отсюда выйти? Так, вот здесь я хотел. А мне копье нужно теперь, да? Даже если я перепрыгну, не похоже, что... Он говорит, что вот это жрать можно. Емерс. А. Так, подожди. Ну, ё-моё. Тут копье должно. Должно же быть копье. Еще я могу этих мышей просто поесть и перейти на следующий цикл. Мне вот интересно. Что будет на последнем? Будет ли что? Какой в этом вообще смысл? Начнем с так простого. Могу хоть сейчас перейти. О, жук наш. Наш друг жук. Мухожук. Тоже охотится. О, нет, я сюда не хотел. Я сюда не хотел! Как мне теперь отсюда... А, вот так наверх. Давай сюда. Жук! Живи! И другие слова ножа. Он ушел. Так, подожди, а как мне тут быть-то? Вот так? А тут как быть? Ой, как ниндзя быть. Вот оно как. О, поймал. О, съел. Так, стой. Вот сюда копье кинуть, тогда я перейду. Так, осталось все в люк дойти. Опасность. Так, будем считать, дошел. Давайте, последний цикл. А если я посплю на последнем цикле? Выживший. Пардон, что? Будет ли меня все еще откатывать? Если это был мой ранг. Ты слишком много откисал. Непонятно. 14 около окраины. Так. Что еще? Я хотел взять копье и пойти туда. О, как тут весело. А меня сразу сожрут, что ли? Не-н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 е.
Так, так. Бонька, понятно. Не говорите мне, что я вот слишком далеко. Не, не слишком далеко. Так, вот это значит. Говорит, можно сожрать. Нет? Чё он на него смотрит? Я не могу залезть. А чё они такие красные стоят тут? Чё мне с ними можно сделать-то? Ничего, смотреть только. Мне их может чем-нибудь сбить, конечно. Копьём. Во мне нет красного цветка уже? Был уже. Я его куда-то выплюнул. Это конец. Это единственное, что я мог проверить. Что еще? Мне кажется, здесь так много зелени не было. Так, есть какие-нибудь кирпичи? Ну, прекрасно. Пошли кирпич кинем. Так, они на карте отображаются как-нибудь? Никак не отображаются. Вот сюда еще сходить, там про этот символ дня, потому что какого-то, или цикла, или что. А! Так, так, так. 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 Не, не так. Опа! Физика есть. Похоже, что только у этого. Ну, все, что я могу предположить, это копьем еще кинуть. А чем я еще могу кидать, кроме копья и... А тут у нас случаем не проплыть вниз, нет? Нет. Так, у нас еда есть. Хочу попробовать поспать на последнем... цикле. Бульк. Вот тут бы мне кирпич пригодился. Каждый раз. Всплывать. А, и последний вроде. Хотя последний я могу этим паунцем. Собрать. Тинк, тинк, тинк. В смысле? Не знаете, вот это видео с котами, которое долго-долго готовится к прыжку, чтобы сделать микропрыжок и удариться мордой о край тумбы. Вот, а вот это то же самое. Так, так. Копьё теперь достать. Слава богу, пока не было подводных уровней. Клюэлис. Так, почему я здесь ползу? Случайно нажал ползти. И типа и чё тут? Я, мне кажется, сделал что-то не то. Я буду жить, доктор. Дверь открылась. Как я знал, что связано что-то с этими с циклами. И все, один только путь. О, но.
Так. Я, мне кажется, забрел не в тот район. Ой. Назад. Вниз еще показывает. Там внизу можно как-то пробраться, проплыть. Давайте посмотрим. Карта. Есть ли там в самом деле пути? Нет, это, видимо, для врагов. А я могу два копья носить? Я не могу два копья носить. Не очень хорошо. Давай, доставай камень. Ты копье, я говорю, доставай камень, но потерял копье. Так, а камень? Камень, говорит, не дам. Бери его. Ну, ё-моё. О, вот камень. А... Джампскир. Так, окей, куда мне здесь идти? Он мертв, а почти зеленый его убил. Никогда не видел, чтобы они грызлись. Только перейти насквозь, да? Куда мне что можно бежать? Сюда. Сюда паунс. Вниз еще можно. Паунс тут тоже нужен. Он только что сальтуху сделал? Он может сальтухи делать? Подожди, это как так? Как оно получилось? Я хочу еще одну сальтуху. О-о-о-о-о-о, у меня трясется геймпад. Это нехорошо. И особо там не поисследуешь из-за дождя. Поверху нужно. И быстро. Да ты толстый, блин. Пусти! Это конец. Это просто конец. Вот тебе. Туда идти. Мне здесь нужно было копье, чтобы начать это. О, нет, я могу. Могу ли я дальше, вот? Могу. О, культ! Спасибо, Свозин. 109-е. Подписоночное. Подарочное. Сватин нижнее подчеркивание CC подарил саб вампиродав. Я думаю, это фиксим, все. Оказывается, не все. Сватин нижнее подчеркивание CC подарил саб вампиродав. Угу, мы поняли. Оно. Ну, это конец, мне кажется. Я уже не успею никуда. Где я? Как мне наверх сюда подняться без копья? Никак получается. Но до сюда мне нужно синий копье. Так, эти штуки я есть не могу. Все. А, ты пойдешь со мной. Покажешь, как плавать, правильно. А здесь вода не будет подниматься, здесь меня просто шотнет, да? Вода не будет подниматься. Я не могу прыгать из-за дождя. Он слишком тяжелый. Heavy rain момент. Ладно. Куда меня откатит? На один, да? Мне вот интересно, если я вот посплю с этим. Вот сейчас это этим. А?
Или... Может быть, там добавляется... За убийство, либо за какие-то, что я нашел здесь, именно на последнем цикле. То есть я могу умереть, откатить цикл, допустим, да? И перейти опять на последний. Я просто не знаю. Да, там что-то мне дало. Что это? Я без понятия. Вот в чем. Вот эта вот еще штука есть. Красная. Так, это вообще же пожирать пришел. Исключительно. Так, а мне получается нужно сначала... Мне же нужно поднять его сначала. Потом еще раз где-нибудь найти, что-нибудь пожирать. Ну, сюда и вернемся, там мухи появляются иногда. Так, это, кстати, вторая штука, которую я видел символами циклов. Первая была еще далеко в начале. Так, теперь вернуться. Не навернуться. Ладно, такая не копия. Так нужно выходить в меню. Терять прогресс. И чё? А, ну... Бро. Жук! Мухожук, давай сюда. Я жук кину. Жук, давай, нападай. Знаю, ты сильный, ты сможешь. Эй, падай уже, гадость. Падай, говорю. Я тут, эй. Что за кемпер-крокодил? Который не установил CSGO. Точнее, Сорс. Смотри, Сорс. Обманули дурака. На 4 кулака. Не туда, сюда, не туда. Пожалуйста, молю, залезь. Еда, 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 еда. Я голодный вообще? А, не важно. Да. Не падай. Так, сейчас мы, получаемся, спим до последнего, да? Не даемся еще раз. Смотрим, будет ли какой-то эффект. Мимер. Видим сны. Хреновые сны. Грустные. Жмем кнопку продолжить. Так, я... Анимацию не видел. Ну ладно. Давай, открывай. Господи. Игра, можно побыстрее? Так, два кирпича. На всякий случай. А враг говорит. А где? А там. Он сюда вылезет или как? Или просто опять кемпит? Но мне все говорит туда идти. Бро. Буквально сейчас бы мог быть ваншот на спавне. Радуга. А если тут нет фруктов, кстати, тогда вот будет грустно. Блять. Так. Ну ладно, либо проверяем, надо еду искать.
копье найти. Подождите, копье же было вроде, да? Здесь копья теперь нет. Я, блин, пока ищу, куда идти. Время-то выходит. До дождя. Цикл типа день. Ну вот когда спишь. Игра их назвала циклами. Я поверил. Наверху мертвый или чилит? Чилит. Бро. Так. Еда. Я вам вижу, что она здесь нет. И нападаем. А, схватил. Все, я спать. Смотрим, мы спим на последней вот этой вот. Последнем дне. Что произойдет? Еще два раза поспать, и что-то произойдет. Что-то сдвинулось. Без смерти два раза поспать. Блин, я хотел только это потестить. Пройдем за один стрим игру на 100 часов вашу. Так. Самое хреновое от коттеджа, если умереть. Вознесешься тогда. Так, ну тут еды нет уже, да? И копий. Бро. Он буквально вылез из меня. Так. Вот в соседнюю нельзя залезть? Нельзя. Может, в этих комнатах что-нибудь есть? Нифига. Не просто так пустые. Так. Это у нас, простите, еда? Я люблю еда. Кто не любит еда? Все, обратно. Так. У нас проблема. Ну ладно, ты не можешь лазить. Сюда пойдешь? Давай, давай. Куруй. Серьезно. А как с ней вообще быть здесь? Я прыгал, да, с этой. Ой, меня откатит, да, сейчас? Да, то есть нужно еще раз поспать, и только потом, после этого, сюда в эти вот 5 точек добавляется, как я понял. Ну ладно, я думаю, на сегодня будем закругляться, да? Игра хорошая, говорю, она классно крайне играется со своей физикой, чувствуется. Что метание кирпичей, что копии, что падение. Так что мне крайне понравилось. Да пройдем ее. Так, завтра. Я не знаю, что завтра. Может, варик подрублю. Может, не подрублю. Где и что? Будет пинг. Будем играть. По настроению. Да, я думаю, все-таки каждый день подрубы можно и перегореть. Нужно хоть иногда это, выходной. О, смотри, я там можно двигать. Прикольно.
Хоть не дропну. Да что я буду дропать заказанные игры? Ты о чем? Минимум несколько стримов. Так. Ну все. Всем ночи. Всем удачи. Увидимся на следующем. Годосичтовый стрим по-братски. Но это только Майнкрафт, да?